שלום עליכם, דרוזיה איזבוז'י יופומשי מן הצ'נאים, אישו הדין ורוקטורה, פסבישון נידילני גלבה חיי שרה. הברתי תבנימן יקק מנת שלי, איזבוז'י יופומשי מן הצ'נאים, אישו הדין ורוקטורה. קש דייתנס, איספולזה ואיתה תסלבה, מנוגה רז קש דידין, את הפז'לניה, את הדז'ה מליטווה, שלו באיזבוז'י יופומשי פלוט שצאונס, то, что мы намерены делать. Когда мы хотим что-то делать, мы просим, чтобы Бог помочь нам, чтобы Бог помог нам, и все получится. Когда кто-то нам рассказывает о какое-то задание, которое стоит перед ним, мы ему говорим, Бог тебе поможет, и с Божьей помощью тебе все получится. Это наша самая главная страховка, что мы говорим, и с Божьей помощью у нас все получится. Я действительно желаю нам всем, чтобы с Божьей помощью у каждого от нас получится то, что он намерен делать. Но хочу обратить ваше внимание на очень интересную вещь. Когда мы говорим «из Божьей помощью», в этом тоже есть моменты, которые очень важно на них обратить внимание. На самом деле, обычный человек, когда он говорит «из Божьей помощи», он строит какую-то схему, какой-то алгоритм. Он знает, что если он хочет, например, устроиться на работу, ему надо написать хорошее резюме, найти хороших рекомендаций, и он ставит перед собой цель. Хочу устроиться именно в это и в это место, рабочее место. И он очень сильно переживает, что ему назначили интервью, чтобы этот интервью был успешный, чтобы он оставил хорошее впечатление, и чтобы с ним подписали хороший контракт. Такой человек, он вроде бы уже все создал, он написал все схемы. Ему остается только попросить, у Всевышнего его помощи и благословения, чтобы из Божьей помощи он говорит, чтобы интервью было успешное, чтобы меня приняли именно в это рабочее место. Я не говорю, что это нелегитимно, это нормально, большинство людей так ведут себя, но это один вид. Если у этого человека что-то не получается, например, интервью не было успешным, он не оставил то впечатление, которое он хотел, его не приняли на работу, он, конечно, очень сильно расстроен. Он не понимает, что не получилось. И он всегда ищет себя, в чем он был недостаточно готов к этому интервью. Я беру этот пример как просто как классический пример. Но это может быть любое другое задание, которое перед нами стоит и в жизни. Каждый человек ставит перед собой разные задания в жизни, в том числе устроиться на работу, в том числе найти шидух, в том числе там, найти квартиру. И каждый знает, что стоит перед него, за что он просит, чтобы будет с Божьей помощью. Это один вид, как мы строим нашей просьбой от Бога, что мы хотим, чтобы его благословение было именно в той схеме, которую мы уже рисовали и создали. Но есть еще один вид. Когда человек полностью полагается на Всевышнего, он не рисует план действия. Он не говорит, Бог, помоги мне, что это план действия, который я рисовал, чтобы в эти все этапы, в этом план действия, чтобы была браха, чтобы было благословение. Он просит у Всевышнего, я хочу быть устроен на работу, чтобы у меня был хороший достаток, что я смог покормить и содерживать моя семья. И он оставляет в руках Всевышнего. Да, он должен предлагать свои резюме в этой фирме, в этой фирме, в этой фирме. Но если он был в интервью в какой-то фирме, и там не приняли его, он не огорчен. Он знает, что наверняка Бог готов для него место получшего. Потому что он же полностью, вся надежда оставили в руках Всевышнего. Он не решил, что меня устраивает именно это место. Я помню, один раз секретарь Лубавичского ребе, раввин Лейбл Гронер, светлый его память, он рассказал историю. История, которая была в первые годы, там 50-е годы, когда ребе был ребе, он этого помнит. Пришел к ребе на личный встреч, который называется в хасидский жаргон «Ехидут». Один хасид, который страдал, у него была какая-то медицинская проблема, и надо было делать операцию, чтобы этого удалить. И когда он зашел к ребе, он попросил у ребе благословения, чтобы операция была успешной. Ребе ему сказал нам раввин Гронер, ребе сказал этому человеку, если ты уже пришел попросить благословения,
Если ты уже пришел попросить, чтобы Всевышний делал тебе чудо, мог же попросить, чтобы вообще не надо было делать операцию, чтобы эта проблема была вылечена и так, и без операции. Почему ты решил, что надо делать операцию? Теперь ты просишь, чтобы Бог помог тебе, чтобы эта операция была успешная. Когда ты мог полностью этого оставить в руках Всевышнего и помолиться, и попросить у Него, чтобы Он вылечил тебя. Этот человек тогда сказал, да, 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 я хочу поменять. Сказал ему ребе, нет. Теперь уже поздно, ты уже выбрал себе путь, и пусть Всевышний тебе поможет, и операция была успешная. И действительно, слава Богу, эта операция у этого человека была успешная. Но это я взял как пример, чтобы представить эти два вида, когда мы говорим с Божьей помощью, можно направить себя в одном направлении, оставить полностью в руках Всевышнего и попросить у Него, чтобы Он благословлял наше общее задание и итог. И, он, и мы не будем рисовать для Него, через какой путь дойти до этого итога. И есть первый путь, который мы сказали, что мы рисуем схему, мы просим у Него, чтобы Он благословлял детали в этой схеме, которую мы рисовали. Почему я решил сегодня об этом поговорить? В этой недельной главе Хаесара мы находим удивительный пример на вторая схема, которая наверняка гораздо получше, чем в первой. Главная история, можно сказать, в этой главе, это когда Авраам Авину отправляет своей правой рукой Элиезер в свою родину, чтобы найти шидух, найти невесту для, его, для своего сына Ицхак. И Тора нам рассказывает удивительные вещи. Путь, который должен быть очень длинный, путь, который должен быть, занимает минимум месяц, занимает у Элиезера ровно полдня. Очень быстро он доходит до пункта своего назначения, в это место в Харан, там, где он должен находиться. Элиезер стоит возле колодец, он просит у Всевышнего, чтобы Всевышний помог найти эту идеальную девушку для Ицхак, и вот она приходит здесь в колодец. Он идет познакомиться со своими родителями, они уже его ждут. Никакой торг не идет, все идет очень легко, без никаких проблем, без никаких задержки. Это похоже, как что кто-то идет впереди Элиезеру и чистит дорогу, и решает все проблемы, которые есть в этой направлении. И тогда все идет идеально. Как заслужил Элиезер, и действительно Элиезер, когда он приходит к родителям Ривка, что он говорит им, он им рассказывает, что все чудес, которые он увидел в своем путь до этого момента, даже они отвечают ему и говорят, «Мехашем йоцо хадовом». Чувствуется, что Всевышний ведет это и дело, и поэтому мы не можем отказать тебе. Мы чувствуем здесь рука Всевышнего. Как заслужил Элиезер такой особой браха, такой особой успеха? Когда мы смотрим слова, которые сказал ему Авраам, Авраам ему сказал так, «Хашем ешлах малахо лефанеха». Всевышний направит свой ангел перед тобой. Что такое перед тобой? От тебя ничего не ожидается, ты не должен ничего не делать. Ты не строй никакие планы. Твоя молитва, твоя просьба, это общая, чтобы Всевышний помог тебе найти той невесту, которую ты ищешь для Ицхак. И ангел идет перед тобой и находит и чистит для тебя дорогу и делает для тебя вся работа. И действительно так это было. Перед тобой правда. Когда он разговаривал с родителями Ривка, он немножко поменял текст. Он не сказал слова Авраам, чтобы ангел пойдет перед тобой. Он сказал, чтобы Авраам сказал, ангел пойдет с тобой. Если почему, объясняет Лубавичский ребе в Ликутей Сихот, в 25-й том, если бы он сказал такие же слова, как Авраам, они могли ему ответить, а вообще, почему ты вообще пришел к нам? Если все он ведет, чтобы от них не была такая реакция, он немножко поменял. Но в общем, Авраам создал для него такая схема, чтобы ангел пойдет перед него. То есть у Элиезера была особая заслуга, чтобы действительно Всевышний направил ангел перед него, который ввел его в этот путь до счастливый итог, что он нашел невесту Ривка и привез ее к Ицхак. И когда мы смотрим на такой успех у Элиезера, мы действительно думаем, как можно заслужить вот такая успеха. Как можно отключить себя и не переживать за детали, за этапы
и в этой схеме, которую мы создаем, которую мы рисуем, и полностью полагаться на Всевышнего, попросить у него дойти до общей цели и положить себя в его руках и дойти до этого. Для того, чтобы мы понимали, какой секрет у Элиезер, надо обратить внимание, как Элиезер представил себя, когда он пришел к семье Ривка, попросить у них, чтобы они разрешали его взять их дочери Ривка в качестве невесты для Ицхак. Элиезер на самом деле был большой человек. Авраам был очень богатый человек, и Элиезер был управляющий вся империя. Он был управляющий вся весь бизнес империи Авраама, возглавил на самом деле Элиезер. Я уверен, что в понятии, которые были в те годы, у него были водители, помощники, охранники, красивый офис. У него был особый статус. У него были все знаки статуса, который есть у такой человек, который занимает вот такой важный пост, как человек, который возглавляет бизнес империи Авраама. Но смотрите, как он представил себя. Он приходит к Бетуэл, к отец Ривка, и он какой визитной карточка показывает. На ней не было написано управляющий бизнес империи Авраам, или как это можно было это называть. Он говорит, «Эвед Авраам Анохи, я раб Авраам». Что такое раб? Раб – это человек, который откладывает полностью свои личные желания, амбиции в стороны. И говорит, «Моя главное задание – это служить Авраам. Моя главное задание, чтобы этот цадик, этот святой человек, был доволен, что я выполняю его задание». Это называется битул. Битул – это значит, когда человек понимает, что вся успеха, которую он заслуживает, это не в результат его личный талант, это не в результат его личный труд и работа, но он всего лишь инструмент в руках Всевышнего. Когда человек этого осознает и понимает, тогда он получается, он становится союз для такого благословения Всевышнего, чтобы ангел пойдет перед тобой, чтобы полностью отдать себя в руках Всевышнего, что он будет тебя вести. Это был Элиезер, и это урок, который Элиезер учит нас. Если мы хотим заслужить вот такой браха, чтобы ангел пошел перед нами, есть один рецепт. Эвед Авраам Анохи. Понимать, что ничего, никакое достижение, это не в результат нашей таланты, нашей успеха, нашей энергии. Любой талант – это только в результат благословения Всевышнего. А когда мы стоим перед Него и мы говорим, мы нуждаемся в Твоей помощью, это поскольку мы понимаем, что только Твой помощь может гарантировать наш успех. А именно тогда мы создаем сосуд для получения этого благословения. Чтобы представить правильный пример для этого, хочу завершать историю о двух хасидим, две известные хасидим, которые меня удалось еще знать и слышать их. Одного звали Реб Мендל פוטרפס, известный легендарный хасид, и второго звали Реб Шмуэл דוד רייצ'יק, тоже известный хасид, который был посланником, они оба были посланники Ребе. Один раз они вместе ходили, чтобы собрать средства, собрать денежные средства для какой-то благотворительной цели. И это не простая, это не легкая, не приятная работа стучать в дверях разные, там богатые люди, и попросить помогите для этого проекта, помогите и помогите. Вы знаете, как это, один дает больше, один дает меньше, и весь эта работа далеко не приятная работа. Они уже были уставшие, когда они стучали в последний офис для сегодняшний рабочий день их. И когда они зашли, секретарь им сказала, что вот шеф сейчас на совещание, присаживайтесь здесь на диван, он освободится и он вас примет. Они сели на диван, и они были уже пожилые люди, и такие уставшие, чтобы они уснули на диван. Когда он закончил встречу и видел две такие известные хасиды сидят на диван, у него в приемной, он сразу написал, оставил очень большая, приличная сумма денег, и сказал, я не хочу их будить, не дай Бог, они уставшие. Когда они встанут, дайте им эти суммы денег. Когда они встали, они увидели, какую сумму денег он их оставил, они смотрели друг на друга и спросили, скажи, где мы идем сейчас? Чтобы немножко отдыхать, в какой следующий офис мы должны остановиться, чтобы немножко отдыхать на диван. Они понимали, они этого осознали, что это не в результат то, что они такие или другие. Это все Беркат Ашем, благословение Всевышнего. Желаю нам всем,
чтобы Всевышний прислал свой ангел перед нами, и мы заслужили самые большие успехи. Шаббат шалом.